Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение игры Homefront The Revolution. Так, у нас задание сердца и умы, нам нужно добиться 100% показаний у местного населения. Они, то есть, должны полностью быть предрасположены к восстанию. Чтобы они все ненавидели эту гребаную КНР. Сейчас я этого засранца... Куда он смотрит вообще, придурок? Иди-ка сюда, твою мать! Вот так. Был солдафон и нет солдафона. Ну-ка, давай свое бабло. Мать твою волшебницу. Так, я тебя вижу, не думай, что не вижу тебя. Я иду к тебе, здорово! Ха-ха-ха. Так, все, так, 25%, это мне... В смысле? Чё за бред? Так, в общем, у нас есть целый город вот такой вот, и нам нужно его очистить от всякого бреда. Всякие нам нужно радио включать, чтобы пропагандировать восстание. В общем, вот эти всякие электронику вырубать, и все в таком духе. Так, вот КНР, защищать граждан. Так, вырубаем вот эту. Сейчас посмотрим. 25%. Ну-ка. 27%, мазафака. Так, на той стороне еще, да? Вон там внизу вижу. Идем туда, сейчас замутим. Это, короче, радио самого КНР. 30%, быстро, скажу я вам, быстро. Так, не будем... Понятно. Вот так вот. Молодец, Брэди. Теперь люди будут знать, что чучьи можно победить. Так, самое главное, чтобы меня сейчас не убили. Ну-ка, быстренько лечимся. Их тут целая толпа, скажу я вам. Так, прячемся. Достаем наш автомат. И устраиваем полную садомию в стиле Олега. Куда собрался? Держи, твою мать. Держи. О, ты типа крепкий самый, да? Давай, вставай. Ой, сзади граната. Черт, чуть не убили. Все, да что такое? Вы бесконечные, что ли, не пойму. Фух, все нормально. Уже 38%. Я думаю, быстро этого всего добьемся. Наших 100%. Ну-ка давай. Блин, они как будто на санках, блин, катаются. Да что вас так много-то, а? Дайте мне... Ах вы твари. Ну их было реально много. Давайте еще раз повторим нашу попыточку. Так, ну-ка, это я снова в нашем штабе. Прекрасно. Что у меня тут есть по деньгам? $1400! Нифига себе! Так, оружие. Боевая винтовка. Вот эта штука мне нужна однозначно. Снайперская винтовка. Ух ты, черт. Так, гранатомет освободитель. Нет, я хочу снайперскую винтовку. Не хочу гранатомет. Хотя в любое время из нее можно будет гранатомет сделать, но не хочу. Так, штурмовая винтовка РП. Миномет. Арбалет. Арбалет даже есть у нас. Но этого мне не надо. А, снаряжение. Давайте глянем. Нет, это не хочу. Интересно. Вес. Так, снайперский есть у меня. Есть глушитель. Вот глушитель. Твою мать, на глушитель не хватает. Экипировочка. А, наколенники. Все остальное закрыто, да? Хотя у меня и денег нет. Расходники. Ладно. Будем ждать, наверное, веса на глушителя. Это хорошо, это будет очень хорошо. Ну, в принципе, долго ждать мне не придется. Так, пистолет. Автомат. В смысле? Я могу только пистолет и автомат переносить? Чё за фигня? Ну, блин. Подобрать снаряжение. Блин, чёрт. Я реально могу носить только два оружия. Но это вообще не круто, я вам кричу. Ну ладно, чё ж поделаешь.
давай мне снайперскую прицельчик вот такой вот, и все, я буду вообще прям доволен. Только мне еще глушитель бы. Дульный тормоз. Дульный тормоз себе поставьте куда-нибудь, чтобы тормоза ловить. Так, здесь, в принципе, ничего нет. 41% у нас. И мы движемся дальше. Ах ты ж мать твою, КНРщик. ПЗРщик, блин, чертов. Сейчас я тележки побрею. Спасите мирного жителя. Сейчас спасем. На тебе, ублюдок. Давай мне свои бабки. Вот так. Убейте командира КНА. Так, мне бы сначала машинку замочить, которая с ним там рядом стоит. Барбекю, барбекю нам не надо. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Так, нищим, мне ему что-то дать надо, да? Ну, дать нищему $10, отлично, 44%. Очень быстро набираются у нас проценты эти. О, твою мать, как их там много. Помочь пирожочкам, а пирожочки сами себе помочь не могут, нет? Среди жителей Эрлстона ходят слухи о фруктовом саде на одной из крыш неподалеку от тебя. Если ты сможешь добраться до него, мы пришлем людей, которые о нем позаботятся. Так, освободите. Освободим сейчас, блин. Им лишь бы, чтобы я кого-нибудь освободил. Дайте мне хотя бы себе что-нибудь взять, чтобы было чем освобождать. Так, здесь... Чё ты сказал? Ну-ка, это мне тут псина. Так, все есть, да? Тайник у нас, значит. Убери свой телефон поганый. Так, отлично. Бомбы, вот что нам нужно. Бомбы это очень хорошо. Забираем, все. Хлопушки есть, патроны есть, аптечки есть. Коктейли. Дайте мне коктейли Молотова. Ну, блин, здесь больше брать нечего. Все, валим. И вот ящик. Так, ладно. Стоп, 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 стоп. Блин, неоднозначно нужен глушитель. Прекрасно, брат. Это не дело. Теперь район поддержит нас. Вообще не дело. Так, как мне туда забраться-то? Так, сюда. Сюда. С той стороны. Твою мать. Отсюда я не допрыгну, конечно же. Так, ну вот здесь залезть смогу. Да. Быстренько давай. В общем, 100% будет, скорее всего, в одной серии. Это довольно-таки быстро набирается. Этим мы и займемся. Так, туда. Завали свой хавальник. Молодец, Брэдди. Что делаешь, ублюдок? Что ты сюда идешь, а? Твою мать, куда ты идешь? Ублюдки конченые. Я вам мазафаки устрою. Жизнями невинных людей. И не важно, для чего это нужно. Ты не имеешь права. Да что, я что-то сделал плохое, что ли, твою мать? Вот так. Гори, твою мать. Да что тебе надо-то, а? Твою дивизию сейчас убьют, сейчас убьют. Уйди от меня. Черт, я живой, я живой, я живой, я живой, я живой. Фух, я думал, сейчас меня убьют. Ой, меня бы бомбило вообще не по-детски. Бери, блин, снайперку свою. Так, 55% уже, прекрасно. Твой дед террорист, твою мать. Так, здесь ничего больше нет. А, лезь давай.
А это что такое? Ага, включено. Глаз это, видимо, камера, да? Так, радио где-то еще наверху. Ну, как туда добраться? А, во. Что происходит? Ты из сопротивления? Не твое дело, слышь ты. Я тут шпиона из себя корчу, а ты мне тут выдаешь. Ты из сопротивления кричит. Твое какое дело, твою мать? Транспорт. Ух ты, танк едет. Подготовить команду проверки транспорта. Так, и все? А, квартира, во, вижу. Прекрасно. Ух ты, сколько всего. Я здесь ночевать могу остаться. Ну-ка, коктейли все забираем. Патроны. Нет места, нет места, нет места, нет места. Все с вами ясно. Отличный тайник, кстати говоря. Так, ну в принципе у меня все есть. Ты че там? Пристал к ним, а, ублюдок? В этом радио не произошло нарушение правопорядка. Никуда не уходи. А где? А, да, ты че такой живучий-то? Так, все. Лучше здесь не сидеть долго. Берем пистолетик, вылазим сюда. Прям подо мной тут два дебила. Здравствуйте. Идиоты. Быстрее, быстрее, быстрее собирай. Давай, 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 давай. Последний. Есть. Здрасте, мистер КНРщик. Черт, он с этой стороны будет ездить, да? О, твою мать. Тихо. Лечимся, 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 лечимся. Моя подруга стала лаборатория. Блин, это радио болтает, меня бесит аж. Лежать. Убираем камеру. Я сказал, убираем камеру. Да чё ты такая? Твою мать, прицелует, не привык еще. Так, мне, видимо, для третьего оружия, кстати, я только сейчас об этом задумался, нужно, видимо, рюкзак увеличить, да? Купить его в снаряжениях. Этим я и займусь. Отлично. Быстренько собирай. Есть. Так, вот тут еще был труп. Забираем у него все. А, блин! Там этот гребаный танчик ездит. Пирожочек ты мой сладкий. Вот, взрывчаточка. Где этот танк? Где ты? Эй! Ты че? О, это наши тут. Круто, 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 круто. Заряжаю! Заряжай, молодец, молодец, молодец. Я прям горжусь вами, ребята. Уже 61%. Как все быстро набирается. Слышь ты! Ты в кого тут стреляешь? Вот так и сиди. Бедняга, рука застряла в мусорке. Блин, ну такой смерти я тебе не хотел, конечно. А эти посильнее в красном, чем те, что в белом. Так, тут еще где-то радио есть. И что это? Ломай давай. Умница. Вырубаем камеру. Бежим дальше. Тут еще какая-то точка. Давайте ее осмотрим. Стоп, 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 стоп. Так, это наши. Все ясно. Так, ага, сюда и по лестнице, да? Прекрасно, просто отлично. Вырубаем. Сад на крыше. Теперь принадлежит повстанцам, мать вашу! Повстанцы, вперед!
КНР говно. Какой большой район мы освободили, сам не вы, просто вы это видите, нет? Так, оружие, где тут оружие? У вас, ребятушки? Мы известны о фруктовом саде, и мы сможем оберегать его от внимания КНА. Так, 815. Лавка. Так, снаряжение. Глушитель. Обвес. 1000. Твою мать, экипировка. Так, в рюкзаке вмещается вдвое больше ценных вещей. Сумка для трофеев. Нет, легкие ботинки. Наколенники. Скорость перезарядки. Временное обнаружение неподвижного персонажа. Двойной подсумок. Количество наносимых боеприпасов. РПС. Скорость передвижения. Шприц. Тактический бронежилет. Уменьшает вес. Весь получаемый урон. Неинтересно. Так, мне глушитель нужен, в общем. Ну, ждем глушитель, значит. А пока можем что-то купить из-за этого. Это не хочу. Не хочу, не хочу. Пневматический пистолет. Мощный, бесшумный. Магазин, урон. Бесшумный. Скорость. Темп стрельбы очень малый, маленький. Он на зарядный, видимо, да? Ну давайте все равно купим, просто проверим, как оно, что оно. Используем просто разочек. Ну-ка. Давай-ка. Пневматический вот этот. Поставь-ка. Ну и все. Так, подожди, кому-то кто-то пристает. Будут немедленно арестованы. Бежим! Есть, мазафака. Так, здесь еще где-то радио есть. Отлично. Ничто не истинно, все дозволено. О, это что такое? Страница из дневников. Ой, да убери. Зачем этот бред читать? Ладно, давайте-ка посмотрим дальше. Давайте пойдем на вот эту точку. 80% уже. Это очень быстро, я думаю. Мы даже весь город не освободим, а все будут уже за нас. Твою мать. Убираем оружие. Тихо. Тихо, тихо. Инструкции арестовывать на месте всех, кто был застигнут за бортом. Тихо. Чуть не спалили меня. Нарушение общественного порядка будут. Ну, мазафака, помешайте нападению КНР на дом. Ну-ка. Я тебя знаю? Не знаешь ты меня, уйди отсюда. О, круто. Быстро, шустро. Чё ты сказал? Отлично. Взорвали. Так, а в смысле, как мне помешать? Дальше что делать? Всё, да. Пропустили мы эту возможность. Ну, в смысле, темп стрельбы у него нормальный, такой приличный. И так пойдет. Зато урон хороший. Так, что-то у меня на мышке застряло. Так, всего 5-зарядный, ясно. Куда пошел? Да что ты такой живучий-то, твою мать. Как-то странно стреляет. Он сначала стреляет под... перед тем, как выстрелит, то есть он поднимается. Вот видите? А, это он напрягает. Понял. Быстро, 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 быстро. Это он урон поднимает. Это как винтовки в метро. Ой, блин, скопировали. Понятно. Эй! Чё сюда зашёл, слышь ты, псина?
чукча гребаная. Держи. О, лутаем. Так, они меня потеряли, да? И... Все, отлично, молодцы. Прям вот прибежали, как не нужно. Собираем все, что у них осталось. Перезаряжаемся на всякий случай. Уже 80%. Ясно, все. Пошел ты. Дурак, нашел где спрятаться. Где он? А, он там. Все есть. Да чё вы такие тупые, непонятливые? Не надо ко мне соваться, пока я тут занят сборкой. Пока я тут лутаюсь. Вашу мать, придурки. Да дайте мне полутаться, вы издеваетесь, что ли? Нет. Вы дебилы, блин. Лечись давай. Блин, черт, нечем лечиться. Встань ты. Давай переключаемся на коктейльчик. Держи. Есть. Готов. Ну давай, выходи. Надо все-таки автомат взять. Есть. Давай. Да куда ты убегаешь? Черт, у меня аптечек нету, это очень плохо, это очень-очень плохо. Так, и этот пистолет надо переключить, потому что им не очень удобно и не очень быстро стрелять. Вот этот оставим. Все, выходи из этого меню. Прекрасно. Черт! Чучка гребаная. Так, может аптечки? Где я смогу нарыть здесь поближе? Поближе шти. Отлично. Где ты? Где труп? Блин, всех трупов разобрали моих. Твою мать. Мирного жителя убил! Я не хотел, бро, прости меня. Так, ребята, лут или смерть? Потому что жизни у меня очень мало, и, скорее всего, они меня такими темпами убьют. Запрыгнись, идиот. Ну вот, как я и говорил. Ну, в любом случае, у нас 83%. Все-таки надо было отсюда валить, потому что аптечек у нас было нифига. Не было у нас, то есть, аптечек. Все, ладно. Это я вообще где? Какого черта я здесь? А, я, видимо, поблизости был, да? Ну, отлично. Эй. Завались. Все без исключения подстрекатели будут арестованы. Если желаете избежать задержания... Так, убираем. Бывай. О, а что за доллар там? Давайте посмотрим. Может, я что, закупить могу? Да, видимо, это подпольный магазин. А, вот здесь. Так, аптечка, давай. Аптечку мне еще... Еще. Взрывчатка. Нет, все. Продать ценные вещи. Ценных вещей у меня нету, ну все. Так, вырубаем. Вот она. Вандализм и беспорядки будут наказываться. Подстрекать, если арестованы.
Так, лутать мы не будем сейчас. Будем выполнять задание наше основное. О, здорово. Спокойной ночи. Плохо, что их на карте сразу не отмечают. Разойдитесь по домам или будете арестованы. Сейчас я вас поарестую, идиоты. Да что ты делаешь, идиота кусок? Залезь вот сюда. Почему не залазит? Почему он такой придурок? Вот так. А, спасите мирного жителя. Старому дому священника рядом с церковью в Эшкете постоянно приезжают... Молодец, Брэйди! Теперь люди будут знать, что чучьей можно победить! А, типа они не знали, да? Да что ты не забираешься, блин, как ты меня бесишь! Так, где тут радио? Вот оно. Мне больно смотреть, как жители 92% становятся предателями ради лучшей жизни. О, как ты лег красиво. В смысле? А, твою мать. Лечись, давай, лечись. Да уйди, не смотри на меня так. Быстро лутаем и валим отсюда по-быстрому. Да, святые угодники. Да давай резче, идиота, кусок. Вау, тут закрыто. Валим сюда. В любом случае, я там хотел место освободить. А это что такое? А это мне взорвать надо, да? Да. Открываем. Открываем. А эту штуку сейчас взорвем. Только как? А, ой. Ну ладно, мне чухчи помогут. Раз. А, все, больше нет у меня. Ну так она явно не взорвется. Тихо, ребята. Не горячимся. Только не горячимся. Как мне взорвать эту штуку? Она вообще горит, нет? Да она горит. Вроде она горит. Блин, как вы меня бесите. Держи. С Новым годом тебя. Держи. Да ты живой, что ли? На. Так, ладно. Это что такое? Что это? Что за фигня? Что я поставил? Ничего себе! Дробаш такой не слабый у нас появился теперь. Ну или типа дробаша. Да что такое? Да издеваешься что ли? Вот, на тебе. Ой, блин. А как? Не открыть так, да? Все ясно. Здорово, ребята. Нет, для вас сюрприз. Держи. Вот сам ты и умрешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежим отсюда. Так, мне нужно бы спрятаться и повыполнять немножко задания, а то я что-то прям лезу и лезу. Надо мне оружие набрать. Оружие, там патроны и все такое. Где есть у вас тут что-нибудь? Нет? Давай вот сюда, вот эта штука мне поможет. Так, лавка, оружие. Подобрать снаряжение. Меняем на штурмовку. Продать ценные вещи. Отлично. Расцветка мне не нужна. Подобрать снаряжение. Подобрал. Лавка, оружие. Здесь каждый патрон на счету. Пошел ты в задницу.
Гранатомет-освободитель. Не нужен нам снаряжение. Коктейль Молотова. Боя, так и звенит в ушах. Давайте-ка машинку, может. Думаю, стоит рискнуть. И как добраться до холовая? У нас кончаются или патроны. Нет. Надеюсь, это без... справится. Глушитель. Хочу глушитель, мать вашу, дайте мне глушитель. Так, экипировка. Скорость передвижения ползком и 30% к дистанции подката. Давайте, ладно, возьмем эту вот эту штуку. Так, боеприпасы я могу где-нибудь набрать, нет? Ладно, там уж придется ходить по тайникам, блин. Все, убирай этот пистолетик. Мы надвигаемся сюда, давайте вот сюда для начала. Соберем себе припасов немножко. И там уже разберемся. О, здорово, чувак. Брэди, недалеко от тебя находится заброшенный жилой дом. Его можно использовать в качестве убежища. Придумай, как пробраться внутрь и узнай, подходит ли он нам. Боже, нет. Без этого повстанческого дерьма. Твою мать. Гребаная камера. Да чтоб тебя в ухо драли. Если я сейчас вырублю, то... Так, сейчас она очень быстро двигается, кстати. Так, давайте-ка вот так. Ну, посмотри на меня, как она от меня отвернется. Вот так. Да заберись, дебил! Чё ты такой тупой-то, а? Твою мать, идиот! Ну отлично, всё, меня спалили. Всё, патроны собрал, да? Красавчик, я очень рад тебе. Где вы, придурки? Сдохли все быстро. Прекрасно. Сюда выбраться нельзя, да? Все. Идем дальше. Да чё вы в меня стреляете-то все? Я вам что-то плохо... О, я сделал, что ли? Блин! Начальству сказал, когда я бы тебя отпустил, и ты бы сказал, вот, типа, он прям передо мной сломал этот, нашу говорилку, а я убежал. Они бы тебя уничтожили, мать твою. О, бегут. Здорово, ребята. Где твой напарник, твою мать? Я этого стою лутаю, а тот на меня смотрит. Так, ну в принципе все, да? 100%. Мясо, блин, мясо, мясо, мясо. Давай, лечимся. Короче, лутаемся и уходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Это все надо делать очень быстро. Лутает он их долго, к сожалению. Да че вы, блин, бежите и бежите ко мне. Не нравлюсь я вам, да? Так, ну все, хватит. Быстрее. Все, валим отсюда. В принципе, тут наша точка есть, но нам надо валить.
О, залез, ничего себе. Неожиданно. Уйди, 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 уйди. Ага, вот они еще. Да взрывайся ты уже. Вот отлично. А я думал, туда и так можно перепрыгнуть. А, вот еще. Все, готово, ребята. Радио я уже включал, вроде бы. Так, типа сюда, блин, подняться, что ли? Да зали... Мне бесишь, блин. Управление здесь не очень. Так, все, захватил я вас. Можете идти в задницу, придурки. Очередная заброшенная квартира. Хватит сейчас пол квартала, блин. Ну, как я и говорил. Так, ударная точка захватит. Есть это все. Квартира – отличное место, чтобы следить за перемещениями КНА по всей зоне. Так мы получим преимущество. Отправляем отряд наблюдателей. Конец связи. Брэди, это Фериальфа. Возвращайся в убежище в тоннелях. Ты можешь подать оттуда сигнал и транслировать сообщения по всему району, чтобы побудить людей действовать. Посмотри вокруг. Крайт, немедленно разойдитесь. Массовые действительно, вся страна тут в заднице. Так, все, теперь спокойно идем на точку. Задание мы выполнили. 100% город за нас. Перейдем в яму и разберемся с остальными. Граждане Филадельфии, пожалуйста, мирно разойдитесь. Не смотри на меня. Так, это что, спасите мирного жителя? Сейчас спасем, сейчас спасем. Здорово, дружище. Что ты сказал? Да ты вот тащишь, слышь, ты, плоцик. Молодец, брат. Так, бежим теперь. Ну вот что делает со мной моя доброта. Я не остаюсь равнодушным и поэтому постоянно влипаю в неприятности. И приходится поэтому бегать, 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 бегать. Давай резче. Вот мы уже на месте. Блин, с другой стороны. Вот и наша квартирка. Ну давайте уже впускайте меня, ребята. Мне страшно, на улице темно. Я бы выпила или напилась. Что-нибудь еще хочешь? Ушатаю сейчас, мымра. Так, подожди, 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 потом поговорим, подожди, потом поговорим. Пока ты агитировал людей, мы взломали радиосеть КНА. Когда мы ее включим, мы начнем передавать свои сообщения на весь район. Отлично, сердца и умы, задание выполнено. Это просто прекрасно, это превосходно, это волшебно. Ты нужен мне в клинике, она есть на карте. Я хочу, чтобы ты увидел, что она творила. Чучки еще пожалеет. Ну все. Так, подождите, подождите, подождите. Денег у меня все еще маловато, да? Да, у меня мало денег. О, 1000. Да не может быть такого. Дайте мне зайти. Пустите меня обратно. Миролюбивый человек. У нас задание следующее. Где у вас тут оружие? Я видел. Не хотят со мной делиться, твари. Вот оно. Глушитель. Дайте мне глушитель. Так. Лавка. Обвес. Глушитель. Глушитель. Есть. Есть, мазафака. Я бесконечно рад. Оружие, снаряжение, расходники. Так, расходники. Жаль, что они... То есть, экипировка не покупается за... Вот эти красные штучки. Как они там называются, забыл. Снаряжение. Ну, можно купить машинку. Мишку не хочу.
взрывчаткой, поджог. Давайте. Петарда. Нет, петарда фигня, зачем он? Так, давайте купим вот эту и вот эту. Все, отлично. Дети будут изучать. Так, ну прекрасно. Глушитель. Могу поставить глушитель? Есть. Она... Ты чё? Так, ну-ка. На него поставишь глушитель? Твою мать! Не хочет. Ну ничего, в принципе, у нас и на пистолете нам хватит глушителя. Все, ладно, валим отсюда. У нас есть следующее задание. Миролюбивый человек. Поговорите в больнице с кем-то там. С каким-то псом, с какой-то тварью. Это наш город! Это наш город, мать вашу. Валите отсюда. Отлично. О, подожди, тут труп. Конечно, надо забрать все, что у него есть. Это да. Да двиньте свои ляжки, дебилы! Спрячь это, идиот! Твой дед идиот, урод. Обзывается еще. Я их тут спасаю, они меня обзывают. Это что? Просто флайер? Ладно. Файер. Ну вот, мы на месте. Не делись со мной. Ну, что расскажешь? Ши. Черт возьми. Взгляни. Хорошенько посмотри. Вы с Недом создаете неприятности, и такова их цена. Люди, Брэди, невинные люди. Я... Рассказы про революцию — это все хорошо, но в результате страдают простые люди. У меня просто не хватит на всех запасов. Раз большая часть людей тут из-за тебя, может быть, тебе и стоит им помочь? У КНА есть склад на другом конце города. Там должны быть лекарства. Хочешь сделать что-то хорошее? Принеси мне все, что сможешь. Хорошо, док, принесу, не проблема. Так, отправляемся на нашу точку забирать лекарства. А, нам туда. Так будет быстрее, да? Да. Ну-ка, вы чё, придурки, слышите вы? Не вижу. О, господи! Воу, тихо. Закусочный Уиллоу с полно припасов, в которых так нуждаются жители Эрлстона. Если мы отобьем долг, твою мать! Не сможет заручиться поддержкой в этой зоне. Только вышел. Прощай, грузовичок. Ты чё, блин, тоже хотел меня пострелять, да? Ублюдок вонючий. Так, что-то тут прям паника навелась такая. Ну, подними свои ляжки. Молодца. А я могу захватить это место, нет? Думаю, что да, так что отправляемся захватывать. Нет, так не могу зайти. Как мне зайти сюда? Как не... Ага, вот и все, друзья мои. Попали вы? Тихо. Тихо. Отлично, сдох. Ну-ка, куда ты делся? Отдай мне все, твою мать. Пригнись, нет, это так дело не пойдет. Валим. Понятно. Гори ясно, твою мать, ублюдок. О,
Этого я не заметил. Ты там живой, нет? Все, сдох. Просто прекрасно. Колбасит его еще не по-детски. Так, что тут осталось вообще? Там внизу какая-то звездочка есть. Наверное, ворота открыть или что-то. Такого нет. А, компьютеры. Ну, вот. Что мне с этим делать? Взорвать? Вот так. А, снайпер ко мне бежит. Все. А, вот это нам забрать, что ли? Какого черта? Не понял. Написано, чтобы я взаимодействовал, но я не могу. Блин, да что мне с этим делать? Может взорвать? Сдох отсюда быстро. Так, я что-то не пойму. Давайте. Да вы мне дайте подумать здесь. Меня вроде занят, нет. Идиоты. Так. Давайте попробуем сжечь. Угу. Попробовал сжечь. Нормально. Такое бывает. Ну честно, я не мог никак с этим взаимодействовать. Как мне с этим разбираться? Так, патроны давайте мне. Сколько у меня бабла? $70. Отлично вообще. Так, у нас вроде было задание. Побежим сразу к нему. Хватит спасать мирных жителей и все такое. Еще гребаный танк ездит. Миролюбивый человек не хочет спасать людей. Это про меня. Точки они очень далеко друг от друга расположили, это не очень прикольно. Это что? Пустая жестянка, очень круто. Это мне поможет, конечно же. Предел моих мечтаний. И паркур они здесь сделали не очень. Вот этот склад. Воу! А твои друзья из сопротивления могут их взломать. Я слышал, что у Неда в этом районе есть мастерская. Предлагаю тебе обратиться к ним за помощью. А раньше не мог сказать? В твой телефон. Мог бы раньше сказать, чтобы я туда-сюда не ходил, блин. Дебил. Бесит меня прям. Вот тут целый бунт. Ну, впустите меня. Привет. Ты Брэди, да? Ты твое собачье дело. Слышала, ты здорово справляешься. Зацени-ка теперь вот это. Это средство для взлома. С их помощью мы можем на время выводить из строя системы КНА. Мы установили здесь для испытаний эти ворота КНА. Не спрашивай, где мы их взяли. Видишь провода, ведущие к терминалу? Просто брось устройство в терминал, и ворота откроются. Это еще не все. Так, ты про вот это средство, нет? Ты можешь взломать их, они взбесятся и начнут атаковать КНА. Учти, это только до перезагрузки системы, а затем они снова заработают. Возьми пару устройств и попробуй. Этими штуками можно взламывать дронов, электронные замки, камеры и все такое. Так, ну-ка. Просто кинь устройство в пульт. Так, это не то, это не то. Вот оно. Просто кинь устройство в пульт. Ага, понял, все, шикарно. Ты проник на объект с усиленной охраной. Ну, в теории, естественно. Если они кончатся, сделаешь еще. Ладно. Так, понятно все, у нас теперь есть чем взломать их двери. Мы побежали. Приложу все силы.
Я и так прикладываю все силы, блин. Еще сил хотите? Издеваетесь, что ли, надо мной? В смысле, кто сказал, что я арестован? Эй! Сразу гранатами! Я же в вас гранаты не кидаю. Держи, твою мать. Все, открылись ворота, да? На тебе, падаль. Идите давайте сюда по одному. Хотя можете толпой. Так это что? Патроны, всякая ерунда. Дичь. Это какая-то дичь. Так, он далеко. Ага, вот он. Держи. Готов. Турель сдохла. Нарушение общественного порядка будут наказаны. Подстрекатели будут арестованы. Так, это же вот что мне с этим делать? Открыть. И последний снайпер. Приветики. Все. А, бегут еще, блин. Не дают поработать. Да где он? А, наверху. Да, попал. Так, миролюбивый человек, уничтожьте силы КНА. Да, уничтожил я уже все. Гуманитарный склад КНА. Теперь он наш, мать вашу. Просто отлично, просто превосходно. Я этому очень рад. Я прошел миссию. 15 участок готов. О том, чтобы припасы доставили Барнетту. Мы должны позаботиться о раненых, но нам нельзя терять время. Ты заставил Эрстон подняться с коленей. И мы должны этим воспользоваться и захватить полицейский участок. Заключенный, наша единственная ниточка к Уокеру. Ты доказал, что способен на многое, Брэди. О, да! В Матрице, видимо, были сбои, видели, да? Так, все понятно с этой игрой, будем ее продолжать проходить. Она отличная, она прекрасная, мне она нравится. Ну, конечно, есть минусы, как и во всех играх, но у этой чуть-чуть их побольше. Но это ничего страшного, будем проходить. В общем, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всего вам хорошего, встретимся в следующей серии. Hey, girl.